та-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 та. Le nid caché. Спрятанное гнездо. Les endroits insolites. Необычное место. И да. Alors là, du coup, только что я был у ритейлера, а теперь у продавца машин. Трактор на продажу. Фирма МАН. Даже не знал, что такое существует. Результат несколько ужаливаний. Видели? Так, что произошло на самом деле? Мужик прибрился, сделал бим-бам-бум. Для него это плохо закончилось. Со злости он выпустил целый баллончик газа. Поэтому я не хотел ехать. Я подумал, может, он замочил гнездо. Но присмотревшись, я не вижу ни одного дохлого насекомого. Я сам себе сказал, что это странно. И наблюдая на панели управления, блин, панель управления, как у Теслы. Узнаете, не так ли? Шершни пролезали в эту щель. Так, не знаю, как я пролезу сюда. Черт его знает. Полный бардак. Бардак. Это прародитель Теслы. Не хочу тут все разваливать. И чтобы шершни не разнервничались. Уверен, что они залетали вот туда. Я сейчас просто страдаю фигней. Это бесполезно. А хозяин мне признался, что он никогда не открывал капот трактора. Ядрёна корень, ну где же пульт управления? Ага, вижу. Посмотрите, где гнездо. Сейчас свет включу. Не, в натуре. Посмотрите. Гнездо еле заметно. И оно там. Хорошо спрятано. Не думаю, что он смог замочить его своей брызгалкой. Иногда с маленьким гнездом такое может проскочить. Ого, как жужжит. Принимая во внимание шум, я правильно сделал, что пришел. Это гнездо оппортунист. О, уже друган подлетел. И это азиатский шершень, инвазивное насекомое. А я теперь знаю, как трактор открывается. А вот отсюда они залетали. Автоматическая коробка передачи. Короче. Вы прекрасно знаете, что такое белый шершень. Это шершень, который прикоснулся к порошку. Всегда будьте осторожны, когда видите насекомое прилетает и возвращается в одно место. Не забывайте постукивать по вещам, которые долго где-то находились, заброшены. Это вас спасет от ужаливаний. А здесь, вуаля, вот, мужику не повезло. Нет шанса. Не забываем, что с этим шерстем нельзя шутить. Он селится где захочет. А что касается трактора, то он полный, он целый. Два колеса марки Slick, а нет, Cross. С таким трактором вы три поля перепашете. А что касается Этьена LGF-а, то у него еще есть много работы. А посмотрю-ка я, есть ли тут что еще. Не, ничего не вижу. Можете прислать мне личное сообщение. Нет, я даже их читать не буду. В общем, оставьте комментарий, сообщение, и может вы этот трактор выиграете. Марки МАН, цвета зеленого яблока. Прародитель Теслы. Чао, бай. А, сейчас посмотрим в сарай. Может, что есть? Здесь полный трындец, что угодно может быть. Все хорошо просматривайте. Ладно, алле, бай.